Вон как жерех работает, смотрите, чего творяет. Ну и тут пошла раздача. Привет, ребята! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я в единственном числе выехал на рыбалку. Опять же река Галья. Только немножко сторону поменял. Ловил я вот там. Теперь ловлю с этой стороны. Немножко глубже ламняк. Видите, рыба гуляет. Здесь лещ вывернулся. Ну, во всяком случае, хороший подлещик выглядел. Ну и здесь ламняк. Пытаюсь вот здесь вот пропускать. Не знаю, что из этого получится. Сейчас буду закармливаться. Вот такой вот гранулированный комбикорм. Траппер Плотва. Ярко выраженным запахом шоколада. Ну вот такая вот сегодня затея. Ладно, долго болтать не буду. Надо начинать рыбачить. Начну с червяка. Закормлюсь. В принципе, с собой, как всегда, джентльменский набор. Опарыш, червяк, кукуруза. Вот, ну буду смотреть. Вот, надо внимательно. Здесь наверняка на дне всякие палки. Вот, плюс еще озвучка. Поставил сбоку. Пробовал я ставить на козырек. На звуковой дорожке двойка. Ребята, забивало динамики полностью. Вот, ладно, что будет, то будет. Как будет, будем видеть. Как один говорит, будем посмотреть. Ну, в общем, рыбачим. Погнали. В принципе, фарватер я уже пробил. Стараюсь чуть подальше от берега кидать, потому что я говорю, ну, не совсем возле дна ловлю. Два пропуска сделал впустую. Ну и сейчас пытаюсь делать третий пропуск. Если что-то получаться не будет, я думаю, что перейду на фидер. Вот. Вот что-то там цепляется. Не очень хорошо. Нафиг, чуть-чуть подальше кинем. Ближе к середине. Журавли начинают кучковаться. Тут орут во все стороны. Я не знаю. О, косяк какой летит. Сейчас подойдет поближе. Увидите. Вон, смотрите, сколько журавлей. Ну, ё-моё, голов 30. Ну, сколько вас тут. Как центр вселенной какой-то. Ладно, пока что отключусь, будет что-то интересное. Отключусь. Вон, что там творится. Наверное, голавлик. Или щука. Ольга гоняет. Подарили мне на день рождения озвучку. Holyland M2. Микрофончики как таблетки. Но пока я не могу к ним как-то непривычно пристреляться. Прошлое видео я не выкладывал. Но я говорю, звук такой, что уши забивает. Посторонних шумов в виде вздохов слишком много. Не могу пока пристреляться. Микрофончик висел у меня на козырьке. Микрофоном вниз, но очень уж громко. Вот сейчас я его повесил где-то в районе уха. Пищалкой назад. Надеюсь, в этот раз будет что-то получше. Странно, пока ни одной поклевки. Не знаю, может, опарыша надо поставить. Да, в этот раз я взял и спиннинг, попробую покидать, но обратите внимание, что здесь творится, видите, как хоряк на дне. Ну, скажем так, джиг на отводной или просто джиг, ну, не знаю, блин, страшновато как-то. Так, ладно, надо будет, наверное, закармливаться, а то что-то не вижу движений. Спуститься я спустился. Вот здесь вот. А вот подняться будет интересно как. Ну, сейчас не об этом. Сейчас о рыбалке. Я закормился чуть левее поплавка. Но пока никак не отзывается. Есть какой-то жерешок, наверное, или голавль.
мелочь так разбежалась, что я аж сам подпрыгнул. Да, что-то меня здесь не любят. Интересно, девки пляшут. Гуляет, малька бьет. Течение здесь довольно медленное. Ну, что-то так как-то непонятно. Не хочется опарыш ставить. Боюсь, что уклейка потом подавится этим опарышем. Ребят, первая поклевка была. Вот такая очень осторожная он. Ну, продолжай, продолжай. Ну, давай. И все. А нет, продолжение следует. Ах ты, промазал, ребят. Топить начал. Ну, какая-то замануха появилась. О, червячка потрепали, хорошо. Ладно. Поехали дальше. Перешел я на опарыша. Червячка еще раз потыкала, но без продолжения. Как-то так. Какой нехотя. Ну, сейчас посмотрим, что опарыш скажет. Ух ты, как тут резвенько так и клюнуло. Плотва, ну, мелкая. Так, ну, счет как бы открыл. Сейчас кинул на прикормленное место. Уклейка тут чуть не выпрыгнула от радости. Тут зараза, блин. Ну, что-то покрупнее взяло. Ой-ой-ой, туда не надо, не надо туда. Голавлик, криминал. Любит кукурузу, живи. Блин, узелок нащупал. Перевязку надо будет делать. Интересно как-то. Опарыш уклейка сразу долбит. А когда опарыш с кукурузой, она, сволочь, не подходит. Ну, хоть проводка полноценная при... Получается, здесь и так метров, наверное, на 15 сектор, где можно более-менее проводку сделать. Вот. А еще и уклейка мешала. Еще одна партия летит. Главное, чтобы бомбометанием не начало заниматься. Так-то бог с вами. Послушайте, ну как-то слабенько, совсем слабенько. Сейчас думаю, блин, может точно на фидер перейти. То как-то скучно мне. Две рыбки за такое время. Ну и пара поклевок. Блин, вообще ни о чем. Веселуха происходит. Сейчас пробую на чистую кукурузу. Ладно, попробую еще на червяка пропустить. Но если нет, ну точно перейду. Да. Ух, он там резвится. Так, ну вооружил фидер. Все, первый заброс сделал. На поплавок пропускал, был зацеп, но благо отцепил без потерь. Вот, комары немножко надоедают. Это мелкая поклевка была. Поставил червячка. Складывается такое впечатление, что будет как всегда. Возьмешь все снасти и не поймаешь нифига. Вот. Ну, посмотрим теорию. Ну, что-то посерьезней. Вот такая вот плотвичка хватанула червячка. То бишь фидер тоже открывает счет, но не крупная, мелочь совсем. Пока будем складывать, потом посмотрим, может, и выпустим. Видная поклевка, что-то тащу. Ну, чуть покрупнее плотва пошла. Вон как жерех работает, смотрите, чего творяет. Ну, и тут пошла раздача. Красота. Ху-ху-ху, ребята, вот что тут поддергивает.
Думаю, что там за мелочевка подстукивает? А вот на тебе, уклея. Так, ребят, все кардинально поменял. Был вот там, за поворотом, вот с этими корягами. Перешел сюда. Здесь тоже хорошая проводка, но здесь длиннее проводка. На поплавок не буду ловить, потому что течка довольно быстрая. Вот, попробую на фидер. Как-то в середине лета я здесь сидел. Был подлещик, плотва, ну, что сейчас будет, трудно сказать. Вот. Ладно, начинаем. Так, на фидерок готов. Пробуем. Пока клипсоваться не буду. Посмотрим, что скажет моя задумка. Так, ладно, ждем. Будет что-то интересное, включусь. Сделал небольшой закорм. Кормил вот так вот, где-то вот как раз с этими корягами. С таким расчетом, поскольку течка довольно быстрая, чтобы как раз сместилась к тому сектору, примерно где я ловлю. Ну, не знаю, что из этого получится, ребят, но, блин, глухо вообще. Малек какой-то под берегом яшкается. Окунь не играет. То бишь, жоры, наверное, нету. Жора не приходил. Пока пробую червяка. Опарыша не ставлю. Боюсь, опять уклейка начнет дрюкаться. Вот. Ну, пока тихо вообще. Без сучка, без задоринки, как говорится. Нет, ну, ребят, это что-то с чем-то. Червя я поменял, поставил опарыша. Ну, тоже тишина. В этом ролике, чтобы совсем скучно не было, я поставлю видео, которое я снимал 9 сентября. Ну, если сопоставить клев сегодняшний и 9 числа, то, в принципе, я сегодня на перекуре, можно сказать. Thank you.
Короче, не выдержала душа поэта. Ну, хотя, вот мой арсенал сегодняшний, хотя там еще внизу, вот сколько всякой хрени. Попробую на отводной поводок. Как сказать, ну не факт, что будет что-то. Судя по тому, как окунь сегодня вообще никак не гуляет. Ну, дай ты бог, конечно. Надоел уже, перепробовал все, что можно. Белая рыба сегодня на игноре. Попробую на отводной. Вот такой вот фиолетовый муляж стрекозы. Какая раскорячка. Все, погнали. Будет, будет. Не будет, значит, все. На каком-то 8-9 забросе он крючок сломал. Зацепил и крякнулся. Так, понятно. Ясно. Попробую еще на фидер посидеть. Если нет, то буду собираться. Ай, вообще без вариантов. Да, ребят, с клевом полный швах. Вот как в прошлый раз клев был, так вот сегодня диаметрально наоборот. И до пару плотвичек поймал. Вообще ни о чем. Показатель нулевой. Ничего, посижу с полчасика, если нет. Ну, извините. Придется нюхать двери. Так, ну что, ребята, такое краткое резюме. Клев вообще овно. Практически, можно сказать, его и не было. Самое интересное, что сегодня 12 число, я был 9-го. 9-го было все классно, а сегодня 12 сентября вообще ни о чем. Рыбалка диаметральная тому, что было в прошлый раз. Посидел в одном месте, толком ничего. На фидер даже было побольше поклевок, чем на поплавок. Сменил локацию, перешел вообще на другое место. Ну вообще глухо. Странно, конечно. Я допускаю, что, может, какие-то природные катаклизмы на это влияют. Но так кардинально я не знал. Ладно, это не главное. Главное, что я провел хорошо время, правда, без особого результата. Ну, в общем, если вам понравился ролик, ставим лайки. Если не понравился, ставим дизы. Всем пока. И удачи на рыбалке. Думаю, следующая рыбалка будет уже с лодки. Троллинг, спиннинг. Ну, в таком разрезе. Все, пока.